Уникальную операцию по мочекаменной болезни провели в Раменской ЦРБ. По словам хирурга, особая значимость этой процедуры заключается в камне, который был извлечен из организма пациентки. Крыловидные камни – это одна из самых тяжелых форм мочекаменной болезни. Когда камушек растет, со временем он начинает занимать всю полость почки, всю чашечно-лоханочную систему. При этом непосредственно моча из-за этого начинает плохо отходить, почка начинает страдать, и если не предпринять должных действий, то в конечном итоге почка может потерять свою функцию. У пациентки как раз и был такой случай, когда камень занял полностью всю полость почки. По словам Мергена Борисова, внешне он был очень схож с кораллами. Отсюда и произошло название таких образований. В медицине существует 4 степени этих камней. В больницу женщина поступила по скорой помощи с сильными болями в поясничной области. Они длились у нее продолжительное время, но пациентка терпела, что и позволило разрастись камню до огромных размеров. В настоящее время мы используем эндоскопические малоинвазивные методы удаления этих камней. Совсем недавно такие камни оперировали открыто, удаляя непосредственно сам камень, а зачастую удаляли всю почку. Мы же сейчас пытаемся сохранить орган и наиболее малыми операциями убрать этот камушек. В настоящее время такие операции проводятся эндоскопическим методом через прокол поясничной области. Сам прокол занимает порядка 1 сантиметра. Мы делаем ход в почку, и камешек этот мы дробим на мелкие осколки и уже полностью удаляем. Сама операция непроста, и основными инструментами, конечно же, здесь являются и ультразвук и рентгеновская стойка. Операционная Раменской центральной больницы всеми вышеперечисленными инструментами оснащена. Процедура проводится под общей анестезией. Данная помощь оказывалась в течение нескольких часов. Помогали также сотрудники нашего отделения, операционная бригада. Здесь хочется отметить полностью всю операционную бригаду, потому что и здесь очень важна и работа и анестезиолога, и ассистента, и операционной сестры. И даже санитарки обязательно, конечно, здесь тоже немаловажная заслуга. Мерген Анатольевич подчеркивает, операция была крайне непростая, камень был очень сложным. Мы постарались убрать этот камешек за 2 прокола. Это довольно-таки, считаю, что наша победа, ввиду того, что каждый прокол – это своего рода травматизация почки. Зачастую такие камни удаляют по 4-5 проколов на каждую чашечку. Нам же здесь удалось с минимальными травмами убрать полностью все фрагменты этого камня. Послеоперационный период у пациентки протекал гладко. В стационаре она провела 7 суток и уже находится дома. Перед выпиской был сделан контрольный снимок. Он показал, все фрагменты камня из почки были удалены. Мы выполняем каждый день такие операции непосредственно по поводу удаления камней. С коралловидными камнями пациентов поступает не так много, но они бывают. Непосредственно с такой запущенной формой мы еще не сталкивались. Но в целом, то есть по уровню оснащения и по готовности мы готовы оперировать такие камни. И если будут такие пациенты, мы всегда их можем принять и им помочь. Марина Миткевич, Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Егор Кабанов для программы «Городские вести».